Первый запуск работоспособной программы. Газовая горелка 585 градусов. Долго этого добивались. Лаги ушли, все четко. Вот наша горелочка. Вот газовый баллон. Вот давление газа. Еще какой-то показатель редукции. Так, значит, 10-й IP-адрес, это у нас давление. Вот это у нас оно так подключено. Сама шина, все датчики питания. Это у нас уже шина подходит сюда. Затем VSD подключено к 15-му. Это 11-й ком. С этой же стороны у нас еще идет так, датчики 11, 12, 13. Здесь датчики 7, 8, 9, 10. Идем дальше. Здесь наш злосчастный 11 датчик с старой, точнее с другой термопарой. Здесь у нас подключены с 1 по 3 датчики. И здесь у нас подключены 4, 5 и 6 датчики. Ну, в плане электроники все. Дальше доберемся до VSD. Что с температурой? 670 градусов. Ну, вот так работает наша система.